Время новостей на телеканале «Жебек» жило очень насыщенное. Повестка сегодняшнего дня. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Сурдоперевод Багдаулет Кожбанов. В студии работает Любовь Басхаева. И смотрите сегодня в выпуске. Инвестиции в дело. Чешские компании расширяют присутствие в Казахстане. О чем договорились стороны на бизнес-форуме. Свободный график. Втрое выросло число фрилансеров. Как будут регулировать их деятельность, выясняли наши корреспонденты. Родом из детства. Международная выставка кукол прошла в Алматы. Экс-глава КНБ Карим Масимов приговорен к 18 годам тюремного заключения с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор сегодня огласили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Другие фигуранты дела также получили сроки. Садыкулов – 16 лет, Ергошин – 15 лет, Осипов – 3 года лишения свободы. Все они лишены генеральских званий и госнаград. В госдоход взыскали свыше 10 миллиардов тенге и 24 миллиона долларов. Приговор еще не вступил в законную силу, говорится в сообщении суда. А теперь к новостям официальной Астаны. Президент Казахстана принял премьер-министра Чехии Петра Фиалу, совершившего первый официальный визит в нашу страну. Вместе с главой Кабмина прибыла и делегация предпринимателей, принявшая сегодня участие в бизнес-форуме. Во время встречи глава государства передал поздравления Петру Павлу по случаю его избрания на пост президента Чехии. Также выразил уверенность в том, что визит Фиалы будет способствовать укреплению двусторонних отношений между государствами и продвижению деловых контактов. Особое внимание собеседники уделили перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере логистики. Президент заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку чешским инвесторам. Казахстан приветствует вложения в различные секторы экономики, от энергетики и машиностроения до сельского хозяйства и фармацевтики. В планах и запуск прямого воздушного сообщения между Астаной и Прагой. А теперь детальнее о бизнес-отношениях двух стран. Цифра дня – чуть более 400 миллионов долларов. Во столько оценили товарооборот между Казахстаном и Чехией по итогам прошлого года. К слову, динамика сохраняется и в эти месяцы. Отечественные производители заявили, что готовы нарастить экспорт по 95 товарным позициям на сумму, достигающую почти 600 миллионов долларов. По словам нашего политического обозревателя Марка Брюшко, который работал сегодня на полях казахстанско-чешского бизнес-форума, его участники во главе с премьер-министрами двух стран обсудили совместные проекты и новые приоритеты двустороннего сотрудничества, а также подписали ряд документов. Чехия в ближайшем будущем может стать для Казахстана не только крупным торговым и инвест-партнером, но и поставщиком современных технологий в горной добыче, металлургии, сельском хозяйстве и даже оборонной промышленности. Не случайно на форуме подписали сразу несколько двусторонних документов. За последние 15 лет чешские компании инвестировали в нашу экономику порядка 270 миллионов долларов. Одна пятая из них пришлась за последний год. На данный момент 200 совместных предприятий оперируют в нашей стране, и это количество будет увеличиваться. В наши торгово-экономические отношения также добавлялись новые проекты. Один из наиболее крупных новых проектов, пожалуй, от компании Skoda Transportation. Она намерена открыть производство в Казахстане, однако не легковых авто, как можно подумать, а общественного транспорта. Речь идет о, значит, создании электробусов и трамваев в Республике Казахстан. Два производства, это Алматы и Павлодар, рассматриваются. И данный проект является флагманским, с крупным объемом инвестиций в данный проект, трансфером технологий, созданием новых рабочих мест. Аналогичных производств в Казахстане нет. Пока, правда, ничего не известно об объемах производства. Вопрос на стадии согласования. Еще один проект с большим экологическим уклоном. Он в том числе направлен на возвращение лошади Пржевальского в Казахстан. Ранее такую работу уже проделали в Монголии.
И сейчас мы будем проверять места, где будет возможно это сделать. У нас сейчас 4 места, о которых мы думаем, что мы используем их для возвращения лошади Převalского. Но для возвращения лошади в Казахстан мы используем тоже лошади из других европейских зоопарков. То после того, что мы проверим все места, подготовим инфраструктуру, то мы привезем лошадей в Прагу из Венгрии, Германии и других стран, и после того начнется транспорт из Чехии в Казахстан. Чешская Республика – один из важных европейских партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 67%, а осенью в нашу республику прибудет еще одна бизнес-делегация. На этот раз с предложениями по модернизации энергетической сферы. Марк Брюшко, Жибек Жылы. Казахстан – наш ценный партнер, и мы готовы работать детально с правительством и бизнесом по вопросам возможного обхода санкций. Наша задача – обеспечить эффективную реализацию санкционной политики против России. С таким заявлением сегодня выступил специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан в ходе своего первого официального визита в Казахстан. Представитель ЕС поделился тем, каким образом Евросоюз будет в дальнейшем работать с Казахстаном по данному вопросу. Моя коллега Айнур Мангали готова рассказать подробнее. Она выходит с нами на прямую связь. Айнур, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Любовь. Спасибо. Визит в нашу страну стал первым для спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, который вступил в эту должность в начале этого года. По его словам, санкции уже дали значительный эффект, однако требуется более тесная работа с правительствами третьих стран, чьи территории могут быть использованы для реэкспорта товаров на российский рынок. Предлагаю послушать фрагмент интервью. Мы наблюдаем необычное оживление в торговых потоках из ЕС в страны этого региона, в том числе, с одной стороны, а с другой – увеличение экспорта в Россию. Поэтому мы и здесь. Мы намерены обсудить этот вопрос как с представителями правительства, так и с бизнесом и обозначить пути решения. В то же время представитель ЕС отметил, что ни о каких вторичных санкциях в отношении Казахстана речи не идет. Он также поприветствовал намерение Казахстана работать с его международными партнерами с целью недопущения использования своей территории для обхода санкций. Мы полностью отдаем себе отчет, что Казахстан имеет торговые отношения с Россией в рамках ЕАЭС, а также имеет протяженную общую границу. Мы не говорим о наложении санкций против Казахстана. Мы намерены продолжить работу по идентификации подозрительных торговых потоков и противостоянию этому. Отмечу, что политика ЕС нацелена на исключение возможности обхода санкций за счет реэкспорта товаров через третьи страны, которые могут быть использованы в России в военных целях. Спецпосланник по санкциям также отметил, что помимо Казахстана он поедет и в другие страны Центральной Азии, а также страны, входящие в ЕАЭС. В Казахстане в течение 2 дней Дэвид О'Салливан проведет ряд двусторонних встреч с представителями правительства и бизнес-среды. На этом у меня пока вся информация. Любовь, слово вам. Спасибо, Айнур. Я напомню, с прямой связью со студией была Айнур Мангали. Она работает на брифинге спецпосланника ЕС. А мы продолжаем выпуск. Итак, глава государства примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. Как сообщает Акорда, 5 мая Верховный главнокомандующий вооруженными силами проведет всеармейское совещание. А 9 мая президент в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне. Напомню, ранее в Минобороны сообщили, что военного парада в этом году не будет в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решать другие задачи. В приоритете поддержание боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил республики. Во всех регионах проведут патриотические мероприятия и чествование отличившихся военнослужащих, отмечают в ведомстве.
Продолжаем выпуск. Глава государства сегодня назначил новых заместителей Ассамблеи народа Казахстана. Ими стали Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк. Президент выразил уверенность, что их солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности. Касым Жомарт-Токаев также заслушал отчет о ходе подготовки к 32-й сессии АНК, которая состоится уже на этой неделе. Президент обозначил важные направления работы этого института, сообщив, что на предстоящей сессии будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера. И сегодня же Касым Жомарт-Токаев заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за первый квартал этого года. Президента проинформировали о ситуации в экономике и финансовом секторе. Глава Нацбанка Галымжан Пирматов сообщил, что инфляция в Казахстане снижается в соответствии с прогнозами, однако риски все еще остаются высокими, поэтому есть необходимость сохранять действующие условия. Президенту также представили информацию о развитии системы мгновенных платежей и подготовке к внедрению цифрового тенге. Глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики, сообщает Акорда. Продолжая тему социально-экономического развития Казахстана, накануне, я напомню, глава государства обозначил ключевые приоритеты развития отечественной экономики, а также ход политических преобразований в стране. Главные вопросы повестки обсудим сейчас с гостем студии, политологом Жанар Тулендиновой. Жанар, добрый вечер. Добрый вечер. Значит, президент заявил о том, что реализация политических реформ протекает крайне медленно и поручил провести ревизию всех поручений. Некоторые из них были датированы 2010 годом. Да. На ваш взгляд, насколько будет ускоряться вектор принятия решений? Прежде всего, надо сказать, что ревизия уже была определенно проведена. Угу. Мы перешли к изменениям в системе госпланирования от государственных программ, с громоздких, с кучей индикаторов. Мы перешли к более компактным национальным проектам. Было разработано 10 национальных проектов, но также не без проблем в этой сфере, потому что не все проекты оказались обеспечены финансированием. И вот именно в этой вот тесной связке между разработкой проектов, их финансированием и реализацией, вот, видимо, об этом президент прежде всего и говорит. И угу. Тут зачастую все нацпроекты увязаны в том числе на региональное развитие и на фокус сделан на работе акимов. И поэтому не случайно вчера прозвучало, что большая ответственность сегодня лежит именно на акимов. Раз уж мы заговорили об региональных властях, президент также говорил о необходимости децентрализации, да, и, если не ошибаюсь, буквально вот недавно Акимат Алматы передал около 15 своих функций. Все-таки, на ваш взгляд, как это направление будет развиваться, насколько быстро? Децентрализация, она недавно в рамках административной реформы было передано фактически 500 полномочий от правительства, министерства туда. Дальше вниз, и мы сегодня говорим о укреплении местного самоуправления, усиляются бюджеты 4-го уровня, это бюджеты сельских населенных пунктов, туда же передается функционал, и буквально поштучно, там, 104 функционала, полномочий, и вместе с ними статьи бюджета. Но тут же опять-таки надо подчеркнуть, что главное, это чтобы функционал шел вместе с деньгами, потому что с деньгами и с полномочиями, потому что передать только функционал и списать ответственность на местные органы, это неправильно будет. Поговорим о концепции национальной безопасности и внешней политики в целом. Об этом также президент заострял свое внимание. Что на этот счет можешь сказать? Ну, очень важный момент, безусловно, мы видим обострение сегодня геополитической ситуации. Да. Я думаю, что, безусловно, прежде всего речь идет и о реформе армии, реформе силовых органов. И тут надо обратить внимание, наверное, внимание военных аналитиков должно быть приковано к последним военным конфликтам. Тут можно, прежде всего, если уж предметно говорить там, о роли противовоздушной обороны, допустим, средств ПВО, высокоточного
оружия, растет роль разведки, потом современные войны — это часто войны на истощение инфраструктуры. И какие вызовы в этой сфере, что Казахстан способен на вызовы в этой сфере, какие дать ответы. И прежде всего еще причуть это информационной безопасности, потому что современные войны — это гибридные войны, где наряду со средствами летального оружия используют в том числе информационное влияние, влияние на умы, психологические атаки. Поэтому все эти сферы, в связи со всеми этими вызовами, которые очень хорошо проявили военные конфликты современные, должна быть дана оценка и измерена боеспособность, боеготовность Казахстана к этим вызовам и угрозам. И в завершение, наверное, спрошу вас об реформе экономического блока. На ваш взгляд, как будет продвигаться это направление? И отдельное внимание хотелось бы уделить обновленному составу Мажилиса, его роль в этом направлении. Ну, мы видим, что Мажилис достаточно разнородный собрался. Давайте вспомним, что впервые у нас, ну, по крайней мере, на моей памяти, не было единогласного голосования за кандидатуру премьер-министра. То есть были и против, те, кто воздержался. Это говорит о том, что уже какого-то сплошного одобрямца уже не будет. Да, некое противостояние. Да, уже есть, да, уже есть отзывы о том, что да, достаточно сложно приходится членам правительства, которые приходят в обновленный парламент, вести диалог. Но это задача, иногда звучит речь о том, что есть риски популизма, чрезмерного там заигрывания с избирателями, но это ведь задача депутатов представлять интересы вместо народа, задавать вопросы правительству. И у правительства, у членов кабинета должна быть готовность отвечать на те вопросы, которые, в принципе, им задали бы также и на улице. Жанар, спасибо за ваш комментарий. Мы продолжаем выпуск. Казахстанскому студенту, вступившему в российскую частную военную структуру, грозит уголовная ответственность на родине. Об этом сегодня сообщили в МИДе. По словам официального представителя министерства, в данном случае закон предусматривает до 9 лишения лет свободы. В связи с чем во внешнеполитическом ведомстве в очередной раз предостерегли наших граждан от участия в боевых действиях на территории иностранного государства. Что касается дальнейшей судьбы сбежавших из-под стражи соотечественников, которые должны были депортировать из Южной Кореи на родину, в мае должны состояться первые судебные слушания по этому делу. В безопасности сейчас находится еще несколько наших граждан, которые стали заложниками в результате госпереворота в Судане. По нашим данным, там находились три наши гражданки. И уже они покинули Судан. Одна из них работала в системе ООН и сейчас находится в Аддис-Абебе, в Эфиопии. Еще одна гражданка работала в японской компании. Ее тоже силами японских дипломатов она была эвакуирована оттуда. К другим новостям. Антикоррупционная служба усмотрела в правонарушение в действиях алматинских чиновников в распределении земельных участков. Незаконные действия связаны с целым назначением выделяемых территорий, их кадастровой стоимости, а также архитектурной и градостроительной деятельностью. Так, по данным правоохранителей, обозначенная на генплане рекреационная зона без согласования переводилась в жилую. То есть места отдыха горожан отдавались под застройку домов. Возводили жилье и в районах с высоким риском схода лавин. Оползни и сели без согласования с экстренными службами. В настоящий момент там проживает порядка 26 тысяч человек. Немало нарушений в области выдали и разрешительных документов, когда вместо одного объекта возводился совсем другой. Чаще всего подобные факты встречаются при строительстве жилья.
Отсутствие контроля за данными процессами влечет за собой недопоступление в бюджет. За разницу кадастровой стоимости при изменении целевого назначения, по предварительным данным, за последние 3 года не уплачено более 500 миллионов тенге. Около 15 миллионов кибератак заблокировали в Казахстане в течение марта. Число их за месяц выросло более чем наполовину. Такую статистику предоставили в государственно-технической службе. В МВД тем временем сообщили, что с начала года от действий интернет-мошенников пострадали более 500 000 казахстанцев. Причиненный им ущерб составил порядка 3 миллиардов тенге. Самым распространенным и способами обмана по-прежнему остаются телефонные звонки и интернет-торговля. Для предотвращения и расследования таких преступлений правоохранители в пилотном режиме тестируют проект «Киберпол». Тех жил басынан бері 15 миллионов наса осындай қоңыраулар тоқтатылды. Только с начала года пресечено более 15 миллионов родзвонков. Вместе с тем мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. Сейчас во всех регионах созданы и действуют специализированные группы по расследованию интернет-мошенничеств. В частности, в столице запущен пилотный проект «Киберпол». Основной акцент сделан на усиление взаимодействия с другими госорганами, финансовыми учреждениями и частным сектором. С учетом появления новых угроз, МВД разработана и запущена 3-годичная программа противодействия киберпреступности, в том числе интернет-мошенничествам. Свободный график работы выбирают все больше казахстанцев. По данным крупнейшего сервиса по поиску работы, за год число фрилансеров выросло на 142%. Эксперты же считают свободных работников частью теневой экономики. Сколько они зарабатывают, какие подводные камни есть в этом направлении и почему такая форма трудовых отношений набирает популярность, выясняла моя коллега Айша Усимбекова. Вот уже как 5 лет Тимур Тимиржанов поменял офис на полную свободу действий. Работает IT-разработчиком в сфере автоматизации бизнеса. Участвовал в реализации проектов в крупных нацхолдингах и компаниях. Тимур считает, что будущее все же за фрилансом. Хотя и здесь подводных камней немало. Это и случай обмана со стороны заказчиков, нехватка общения с социумом и сложности с самодисциплиной. Я считаю, что будущее у фриланса, потому что карантин нам показал о том, что удаленная работа может быть, и в этом есть очень много плюсов. Во-первых, это гибкий график. То есть, соответственно, ты можешь сам распределять свое время, ты можешь брать задачи, когда ты хочешь, сколько ты хочешь. Соответственно, ты можешь распределять свой объем. Соответственно, это влияет на твой бюджет. То есть ты можешь зарабатывать как определенную сумму, так и очень много. Фрилансеры не привязаны к офису, времени и даже к стране. Как правило, это дизайнеры, копирайтеры, программисты и ряд других специалистов. По данным аналитиков, зарплаты свободных сотрудников ничем не уступают зарплатам офисных работников, а где-то и превышают. Если же говорить об окладах фрилансеров, то мы провели аналитику за 2022 год, и мы выявили следующие заработные платы. Они начинаются от 200 тысяч тенге и варьируются до 1,5 миллиона тенге в зависимости от сферы, опыта соискателей и, конечно же, его компетенции. Перспектива быть самому себе начальником многим кажется привлекательной. Но не стоит забывать и о том, что любая свобода – это еще обязательство в виде оплаты социальных и пенсионных отчислений, про которые фрилансеры забывают. Эксперты считают, свободные работники в Казахстане – неотъемлемая часть теневой экономики, и стоит узаконить их деятельность. Самозанятые, их никто отдельно не считает, то есть можно попытаться посчитать по ЕСП, невозможно. Нету понятия фрилансеров в законодательстве. Они все самозанятые. Для начала пускай они выделят, кто это такие. В законодательстве напишут фрилансер. Это тот, кто оказывает там рекламные услуги или пишет текст. В свою очередь специалисты Минтруда намерены легализовать растущее направление фриланса. Обещают внедрить налог на их общий доход, чтобы вести подсчеты. Начать планируют с таксистов, курьеров и других работников сферы услуг. В целом сейчас мы говорим вот в предстоящем, который уже прошел одобрение Мажилиса, о социальном кодексе. Мы вводим такие понятия, в целом признаем независимых работников. Да, это те, кто осуществляет свою работу вне каких-то трудовых договоров, то есть самостоятельно, тем самым признавая и обсуждая
какую-то единую ставку налогов для таких работников. Сейчас мы говорим о ставке до 4% от общего налога, от общего дохода. В целях регулирования их деятельности, обеления, да, их деятельности для обеспечения какой-то социальной защиты. На самом деле официальной статистики по фрилансу пока немного. Известно, что в 2021 году насчитывалось более 1 000 000 свободных работников. Больше всего их в Алматы, Астане и Туркестанской области. Вместо офиса на пляж. Так выбирают работать все больше казахстанцев. Однако очень малая часть фрилансеров легализовывает свою деятельность. А я напомню, что с 2025 года в Казахстане ведут всеобщее декларирование доходов граждан. Выход – ИП на упрощенке. Общий налог составит всего 3%. Также предусматривается страховка на случай потери работы. И декретные. Всего-то пару кликов на ИГОВ. И дальше попивайте свой коктейль. Айша Усимбекова, Раинбек Бегужаев, Жебек Жола. Продолжаем выпуск. Почти 200 экспонатов представили на международной выставке авторских кукол в Алматы. В ней участвует более 50 мастеров из Казахстана и стран СНГ. Лучшие художники познакомили зрителей со своими коллекциями и продемонстрировали способности искусства изготовления кукол. Подробности у моей коллеги Айман Каймульдины. Кожаная куртка, черные волосы, пронзительный взгляд. Поклонникам Виктора Цоя трудно не заметить эту работу. Ее автор Марина Асими, однажды попав на концерт известного рок-музыканта, полюбила его творчество навсегда. А спустя время смастерила вот такую портретную куклу. Над проектом Марина работала полгода. Сам процесс создания куклы начинается с того, что я собираю референсы. Референсы около 500 фотографий я отбираю, фаса, профиля, три четверти. Нахожу общие объемы, средние объемы, мелкие объемы нахожу. И потом уже приступаю к скульптуре. То есть на самом деле это не просто скатать кусочек там материала и давить глазки, и получилось то, что ты хочешь. На самом деле это очень трудоемкий и аналитический процесс. На выставке представлены две крупные экспозиции. Это «Босоногое детство» и «Золотой век шелкового пути». Темы добра, любви и ответственности органично переплетаются с этническими костюмами кукол. Кропотливый труд мастеров позволяет создавать действительно уникальные произведения. Это коллекционные куклы. Они несут в себе историю Казахстана, потому что как через Казахстан проходил золотой век. Шелковый путь, и мы в этом проекте хотели показать, насколько богат казахский костюм. Мастера изучают историю для того, чтобы повторить узоры, которые были в Казахстане в то время и сейчас, для того, чтобы внести, опять же, увековечить в куклах национальные костюмы, традиции. Костюмы, лица, глаза, вот просто фантастика. Обувь сделана не просто руками свалена, она затянута на колодку. То есть люди делают сначала колодку пластиковую, потом на нее, как правильно делается обувь. Всего в выставке участвуют более 50 мастеров из Казахстана, России и Кыргызстана. Среди них врачи, юристы, есть и топ-менеджеры крупных компаний, для которых хобби стало своего рода отдушиной отдел. Экспонаты выполнены в различных техниках: полимерная глина, текстиль, войлок и даже фарфор. Современная, опять же, интерпретация кукол или статуэток, которые наши предки у себя выставляли в сервантах. Сейчас искусственный интеллект создает картинки, потом по этим картинкам делается 3D-модель, снимается с этой 3D-модели форма, потом отливается фарфор. Через полгода Творческий союз кукольников Казахстана планирует презентовать уже обновленную коллекцию. Идеи, вынашиваемые авторами, на этот раз удивят посетителей международной выставки в Москве. Айман Каймульдина, Ерик Керимкулов, Жабек Жола, Алматы.